Что же, друг медведь, вот мы почти и закончили. Сейчас на елочках иголочки причешем, сугробы пригладим, и будет у нас лес нарядный, к празднику готовый. Красота! Не то слово! Красотища! Ого! Ну, можно и домой. О, а где Снегурочка? Ну что такое? На пару минут отвернуться нельзя. Фух, вот вы где. Еле угналась за вами. Остановилась на минутку с Белочкой пообщаться, а вас уже след простыл. Не ругайся, внученька. Просто поскорее хотелось все дела закончить. Да Новый год ребятам принести. И мне хочется, но надо все с чувством, с толком, аккуратно. Так, а шапка твоя где? Шап? О, тут была. Отвалилась. Нету. Непорядок. На улице такая холодина, а ты с голой головой расхаживаешь. Да что мне будет? Я же Дед Мороз. Оття раз. Болячка. Вот тебе и раз. Новый год на носу, а ты разболеешься. А ну быстро домой. Греться. Столько лет, а все как маленький. Так, снимай шубу. Мишенька, принеси любимое дедушкино кресло. И посох давай. Что-то я и правда разболелся. Как же так? Я все слышу. Будем лечиться. Садитесь. Спасибо, друг медведь. Удобно? Сейчас мы тебя укутаем. Будет тебе тепло. А это, чтобы горло быстрее прошло. Вот Миша наш шарф носит и не чихает, и не кашляет. Летом не ношу. Летом и ни к чему. Ну, как-то так. Спасибо, внученька. Вы меня извините. Кто же знал, что из-за какой-то шапки такие проблемы начнутся? Аккуратнее со здоровьем надо быть. Болеть? Фу! Еще какое фу! Как же быть? У нас даже таблеток никаких нет. Только старый градусник в кладовой. В первый раз же такое. Хотелось бы, чтоб в последний. Лечителя надо. Доктора. Где же мы сейчас, в центре леса зимнего, доктора найдем? Позвать сильно. Может, ты прав. Под Новый год всякое случается. Ребята, попробуем позвать доктора для Дедушки Мороза. Да! Тогда все вместе. Доктор! Доктор! Обычно меня так звали. И до тебя очередь дойдет, не мешай. Давайте еще разок. Доктор! 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 Добрый день, доктор Чих. Медведь. Очень приятно. Снегурочка. Замечательно. На что жалуемся? Я... С глазками все в порядке. Мех чистый, мягкий. Вообще-то это не... Угу. Гортань не красная. Температуры нет. Улыбнитесь. Ага, зубки ровненькие. Доктор, это не мы болеем. А кто же? Дедушка Мороз. Так-так-так-так-так-так-так. На носу Новый год, а он, видите? Здравствуй. Больной, не разговариваем. Вам нужно беречь силы. Так я... Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Посмотрим. Пульс слегка учащенный. Странные звуки в легких. Что,
Все очень плохо. Ага, температурка. Ого, да тут можно яичницу пожарить. Так. Это не то. Так, это пока рановато. Извините, у вас не будет градусника? Я свой, кажется, забыл. Как раз недавно нашли. Мишенька, принеси, пожалуйста. Бегу. Сейчас уточним температуру и продолжим обследование. Во! Внушительный размерчик. Классическая модель. Дедушка электронным не доверяет. Его можно понять. Батарейки могут и подвести. Ну-с, приступим. Так. Нехорошо. Высокая. Ну как же так? Болезнь налицо. И она прогрессирует. И что делать? Сейчас мы проведем финальный тест и все выясним. Мой мохнатый друг, благодарю за градусник, но теперь мне нужна ваша помощь. Пойдемте. Погодите, вы куда? За микробоискателем. Зачем? Все увидите. За мной, товарищ медведь. Дедушка, а что, если ты не успеешь выздороветь до Нового года? Какой же праздник без Деда Мороза? Не переживай, Снегурочка. Доктор обязательно что-нибудь придумает. Он вроде умный. Ну да. А как только поправишься, обязательно пойдем и найдем твою шапку, чтобы больше такого не было. А если не найдем, новую сошьем. Видишь? Правду говорю. Это получается, если после какой-то фразы чихаешь, значит, правду говоришь? Так в народе придумали. Да ты специально. Нет, внученька, не до смеха сейчас. Вот и мы. Представляю вам микробоискатель. Не самый новенький, но рабочий. Попрошу вас отойти в сторонку. Сейчас мы выясним, чем же болен наш пациент. Так, будет немножко холодно и чуть-чуть щекотно. Доктор, а что вы ищете? Секундочку. Кажется... Я искал это. Инородное тело. Микроб. Бацилла. Именно это и стало причиной болезни Деда Мороза. Какой мерзкий. Гадость. Это что, внутри меня? К сожалению, да. Ну как такое возможно? Самое очевидное. Недавно вы перенесли переохлаждение организма. Из-за этого произошло воспаление. Воспаленные ткани стали отличным местом для развития данной страшилки. Непонятно. Вам понимать и не нужно. Главное понять мне, как избавить вас от данной болячки. Может, есть какая-то таблетка, капли, уколы? Не надо уколы. Уколы? Больно. Точно. Значит, придется потерпеть. Таких таблеток и уколов еще не придумали. Я впервые вижу подобного микроба. Думаю, это потому, что Дед Мороз не просто человек, а волшебник. Но должен же быть какой-то способ. Вы же доктор. Если дедушку не вылечить, Нового года не будет. Может, мне попробовать его заколдовать? Вы едва держитесь на ногах. Об этом не может быть и речи. И как быть? Так. Есть один вариант. Думаю... Он сработает. Так рассказывайте скорее. Нам нужно приготовить особый чай. Я знаю, что в этих лесах растет особая волшебная малина. Есть такая. Вкусная. Нам нужно ее найти. Откуда же малина в лесу зимой? Зимой, конечно, нет. Но вот летом из нее можно сделать варенье. Я не умею.
И я. И есть только один человек в этом лесу, у которого такое варенье точно есть. Баба-яга? Баба-яга. Она никогда не будет помогать дедушке. Внученька, придется попробовать. Это наш единственный шанс. Ладно. Значит, давайте поторопимся. К бабе-яге. Сначала... Вот. Выпейте эту таблетку. Она поможет вам уснуть, пока мы будем добывать варенье. Да я, кажется, и не хочу спать. Спать приятно. Хотите или не хотите, есть слово «надо». Мишенька, проводи дедушку до кровати. Мы скоро вернемся. И обязательно с вареньем. Я верю, Снегурочка. У тебя всегда все получается. Вообще. Ну, не будем задерживаться. Красоту в избушке наведу, потом каких-нибудь кудрей, волосей назаплетаю, может, юбку поярче нацеплю, и все. Буду видео для тип-топа записывать. Стану самой популярной блогершей в лесу. А вы че смеетесь? Я даже ник себе придумала. И гуся, красотуся. Ах, крутяшно, да? Это кто там сказал? Бабуля Кривуля? Ша, как зашвырну метлой. Первые же побежите на мой канал подписываться. И гуся, красотуся. Ну это же так гениально! Ха, это еще кого принесло? Добрый вечер, уважаемая! А ну стоять! Стрелять буду! Или бить больно! Только все полы подмела! Хорошо, я здесь посижу. Здравствуй, баба-яга. Батюшки! Здрасте, косы покрасьте. Это ж Снегурка собственной персоной. А, да еще со своим блохастым медведем. Не блохастый я. Мы вообще-то по делу. По делу, говоришь? Обожди. А где же старик Мороз? Заблудился по дороге? Как раз по поводу Деда Мороза мы и пожаловали. Он нездоров. Нездоров? Совсем больной, на голову стал? Да не мудрено в его возрасте-то. Вам лет совсем чуть-чуть поменьше. Говорить даме про возраст неприлично. И что ты намекаешь, что я больная? Может и да. Я бы сказал, у вас наблюдаются легкие проблемы с нервами. Чего? Ничего такого, что нельзя исправить медицинским вмешательством. Я сейчас тебе вмешаюсь! Так, давайте прекратим. И можно мы уже войдем? Сколько на пороге стоять? Ладно, только ноги от снега отмету. А то ходи после вас, грязь убирай. Ну, выкладывайте. Что там со старым-то приключилось? Заболел он. И сильно. Кое-как на ногах стоит. В нем прямо сейчас хозяйничает неизвестный медицине микроб. Такой мерзкий. А по-русски? Микроб. Бацилла. Короче, гадость, которая его отравляет. Забирает у него силы. Нифигашеньки непонятно. Но очень интересно. Вот нам и нужна твоя помощь, Баба-Яга. Есть у тебя баночка малинового варенья? Это чё ж получается? Сначала полы истоптали, а теперь вам еще и сладенького подавай. А дальше чё? Поди еще и всех в кроватку уложить и сказочку.
сказочку почитать. Хорошая идея. Уважаемая Яга, варенье нужно для Деда Мороза. Я считаю, что оно вместе с чаем способно его излечить. Уважаемая, ой, тут-то же хоть кто-то знает, как с женщинами обращаться надо. Уважаемая Баба Яга, поделись вареньем, пожалуйста. Ага, пожалуйста. Так уж и быть, сейчас поищу. Так, облепиховый мед. Да мед. Мы не за этим. Земляника в собственном соку. И земляника. Кажется, наш медвежонок слегка проголодался. Дома и поедим, потерпи. О, шоколад с клюквой остался. Шоколад с клюквой, не могу терпеть. Мишка! Ты чё удумал? Мёд! Земляника! Гребен средь бела дня! Делись! Миша, прекрати! С ума сошёл твой косолапый! У меня есть идея. Оп! Успокоительное. Вот оно, ваше варенье! Не подходи! Не подходи, а то разобью! Не надо! Присядьте, друг. Передохните. Варенье! Вот так вы, значит, на мою доброту отвечаете! Натравливаете этого! Он просто немного проголодался. А у тебя там столько вкусностей. Вкусностей. Полагаю, это то самое варенье. Эй, не так быстро. После такого просто так не отдам. Может, и вам предложить немного успокоительного? Сейчас как успокою вот этой банкой. Мало не покажется. Не нужно банкой. Давайте ее поставим и спокойно все решим, как взрослые люди. Как взрослые. Значит так. Вы мне поможете снять видео в тип-топ. Баба Яга, это же для молодежи. А я еще тоже молодежь. Еще ого-го, Игуся, красотуся. Все, молчу. Ты, белый халат, будешь снимать? На, держи телефон. Хорошо. Да кто ж так снимает? Вертикально надо держать. Встань туда. Нет, чуть-чуть не туда. Чуть-чуть пониже. О, теперь с тобой. Бери своего блохастого медведя. Вставай напротив. Будем разбирать движение. Итак, все приготовились? Начинаем. Раз. Левую руку вперед. Левую, говорю. Два. Правую руку вперед. Три. Левую руку на плечо. Четыре. Правую на плечо. Пять. Левую руку на бедро. На бедро, говорю, а не на пояс. Шесть. Правую руку на бедро. И крутим, как следует. Вроде не сложно. Ага. Так, закрепим. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. И крутим. А уже пора снимать. Так, подожди, все в центр. Всех видно, так и загораживая звезду. Секундочку. Друг медведь, ну-ка, полшага вправо, пожалуйста. И поехали! Ой!
Ай! Ну шо, записалась? Дай-ка гляну. Вроде хорошо получилось. Хорошо? Да это же отлично! Я уже завтра в тренде поднимусь. Если все успешно, может, нам стоит поторопиться? Время уходит стремительно. И то верно. Баба-яга, как и договаривались, мы тебе видео, ты нам варенье. Да забирайте, забирайте. Спасибо. Не такая уж ты и вредная, как некоторые говорят. Да я вообще золото. Лучшая игуся, красотуся на свете. Что ж, до новых встреч, игуся, красотуся. Это пока. А может, вы меня с собой возьмете? Ну, одной в Новый год грустно как-то. Почему бы и нет? Пойдем, конечно. Может, еще какое видео запишем? Ну что, Миша, как там дедушка? Пока спит. Замечательно. Не будем его беспокоить, пока не приготовим наш лечебный чай. Ну что ты замер, косолапый? Неси кружку, кипяток. А я пока банку открою. Теперь, не торопясь, вводим варенье. Пахнет вкусно. Перемешаем. Думаю, готово. Пора будить пациента. Дедушка, просыпайся. Вставай, пойдем. Какой приятный запах. Это запах вашего скорейшего выздоровления. Давай, старичок, пей скорей. Выглядишь прям плохо. И ты здесь, яга? Или мне уже чудится? Не чудится, пей уже. Так и должно быть? Пши. Да, организм борется. Ждем. Уберите это от меня! Ай, уходи, страшилище! Ой-ой-ой-ой! Это существо сейчас заразит кого-нибудь из ребятишек! Срочно закрывайте рты! Дедушка, нужно что-то делать! Кажется, силы возвращаются. Ну-ка, ребята! Не бойтесь, я вам помогу. Все вместе сдуем этого микроба за край земли. Помогайте, друзья. Еще раз вместе дуем изо всех сил. Получилось. Так его. Как вижу, наше лечение прошло даже лучше, чем я предполагал. Вы стремительно идете на поправку. Вообще, уже как навехонький почти. А я себя и чувствую как навехонький. На все 100. Спасибо вам, друзья. И тебе, яга, низкий поклон. Да ладно, чего уж там. Подожди, Мороз, а где твоя шапка? Потерял он ее в лесу. Оттого и заболел. Фу ты, ну ты! Как-то сейчас даже боязно. Без шапки-то. Ща, что-нибудь придумаем. Ну-ка, где там твой мешочек? Думаю, это он. О, сейчас поищем. Ну-ну-ну, не то. О, надевай! Но она же совсем на мою не похожа. Зато
детям нравится. Я в тип-топе видела. Где? Ай! Я тебе потом расскажу, дедушка. Надевай, тебе пойдет. Ребята, вам правда нравится? И правда. Давай уже елочку зажигать. Все заждались. Ну хорошо, хорошо. Ребята, вы готовы? Раз, два, три. Елочка, гори! Вероятно, силы еще не до конца к вам вернулись. Ребята, нужно помогать активнее. Давайте еще разок. Раз, два, три. Елочка, гори! Сломалась. Да ничего не сломалось. Эй, вы, ленивцы! Ну-ка, заорем как следует. Старичок, командуй. Раз, два, три. Елочка, гори! Дело. Красиво. Стрелка Земли на орбите звездных часов. Новый виток фейерверком слов надежды открывает. Смело шагни в Новый год, как в сказочный сон. Но не забудь загадать свое заветное желание. Невозможных желаний на свете нет. Просто надо знать один секрет. В час, когда луна плывет по небосводу, на снегу нарисуй звезду. Считай до трех и смотри, все мечты она исполнит. С Новым годом! Все сбудется, все сбудется. Объятья распахни, улыбками на улицах сияет все сегодня. Все сбудется, все сбудется. Лишь сердце сохрани. Секрет волшебной сказки новогодней. Вихри идей позвонить, понять и вернуть. Встретить любовь, обрести, сиять, летать, идти по краю. Сказочный день в Новый год, как сказочный путь. Смело ступай, если загадал заветное желание. Невозможных желаний на свете нет. Просто надо знать один секрет. Сейчас, когда луна плывет по небосводу, на снегу нарисуй звезду. Считай до трех и смотри, все мечты она исполнит. С Новым годом! Все сбудется, все сбудется. Объятья распахни, улыбками на улицах сияет все сегодня. Все сбудется, все сбудется. Лишь сердце сохрани. Секрет волшебной сказки новогодней. Секрет волшебной сказки новогодней. С Новым годом вас, ребята! Добра вам и исполнения всех желаний! Крепкого здоровья и никогда не болеть. Много сладостей и много поспать. И подписывайтесь на меня в тип-топе. Ега! Да ладно, ладно.
Творческих успехов! До свидания, ребята! Мы еще обязательно увидимся! А пока что пойдем искать шапку Деда Мороза. Пока-пока!